Хай, всем с вами Джоллер, добро пожаловать в прохождение игры Assassin's Creed Odyssey. Звук работает, все зашибись. Вот, пошлите дальше, проходить дальше. Так, мы сегодня пойдем не Сирос исследовать. Потому что почему бы и нет. Так. Я комп не перезагружал, так что у меня сейчас в кадре будет больше падать. Я убрал ту фигню, которая тут мигала. Ну, переливалась. Ну, мой текст типа. Посмотрим, как... Какое отличие будет, если его не будет. Может, просто он обужает слегка. Может, как-никак 2 гигабайта он крутит на этом... На этой фигне. Надо просто сделать... Просто ниже резолюшн, просто картинку, текст добавить туда. Уже гифки не работают там. Ну, даже есть у меня гифка, но там тушит резолюшн. Просто невозможно. Сюда. Я уж как-то прокачал своих этих. У нас все лучше, ну лучники сильнее и так далее. Да, таран немножко прокачал. Вот что-то еще там прокачал, они дешевые достаточно были, так что yes. Ну, тут, наверное, ничего нет. И что еще, и тот остров исследуем. Хотя тут должно быть что-то такое интересное. Но выглядит очень пустым. О, неужели это одна из этих? О, да, это одна из этих. Holy shit, сейчас будет пок-чамп. О, да. Вулканические острова. Кузница мира. Ага. Что-то какой-то next gen кузница будет тут. Блин, где-то. О, награда отменена. Не знаю, когда я там успел награду какую-то себе получить, ну ладно. Да, that looks cool, holy shit. Как говорю, я обожаю в Ассасине вот этого стиля. Постройки тут. Круто, тень. Как будто босс-зона какая-то. Да, походу сейчас своя рана. Но возможно, что тут у нас будет потом какой-то босс-файт. Может даже с финальным боссом. Да, ну да. Damn, that looks cool.
Ну, Анфинда едем. Я не ожидал, что такое, такой остров будет. На минуту еще 30 побегаем. Ну, весь остров сделаем, пофиг. Да, наверное, как раз эта фигня, которая наверху тут крутилась, она все портила меня. Perhaps. Если нормально будет, я для следующей серии графику в игре подниму. Или наоборот, настройки. Хотя тут настройки нормальные. Или вообще ничего менять не буду, просто так и оставлю, пусть будет. Потому что у нас стейбл просто 60 FPS. То есть графон можно поднять. Но в самой игре. Да, это что-то подобие босс-файта. Может не финально, а может, ну какой-то босс-файт тут точно будет. Может мифический этот будет какой-то тут. Там никакого света нет в этом острове. Они все какие-то заброшенные, эти острова. Там что-то прикольная статуя, как в Рио-де-Жанейро. Тут какая-то избушка просто. Да, какие-то локации просто пустые, тут ничего нет. Хера. Что-то dark as fuck. Почему напоминает одно место в Ведьмаке. Кто играл? Можешь понять, там этот Lighthouse. О, тут точка сканирования есть. Так, spooky ass motherfucker. Пещера дракона, what the hell? Is it literally dragon? What the hell? Тут сундук где-то есть. Вот и он. Интересно, пещера дракона. Spooky ass place, to be honest. Просто мертвое место. А, тут ключи с этим. And wild pigs. Pigs.
Spooky ass place. Там свет какой-то есть. Это что, район какой-то? Какой dark ass place. Реально какой-то. Там шеврек. Вот, тут реально люди. Который бомжей. Very interesting place. Тут вообще ничего нет. За горы, наверное. За вулкана тут такое. Тут никакого солнца не бывает, походу. Может, и бывает. Не будет какие пасхали там с... Скелетоны. О, октопус. Я не доплыву на эту фигню, да? Can we try? Я что, просто в корабль? Let's go in. No, we're fine. It's totally fine. О, уже не... Качает. Тут тоже серая такая масса. Тут тоже ничего нет. Да фак. Просто три острова пустоты. Серьезно, вообще ничего нет? It can't be like that. Оооо. Мифическое существо. Наверное. Да. Тут есть какие-то здания. Надо будет в ту сторону сбегать, посмотреть, что там. Или просто иллюзия. Это реально есть какие-то... Постройки только... I don't understand how we get there. Уж очень глубоко по земле. С 200 метров вниз. А вот и вход. А нет, вру. Это очень интересно тут все. И музыка такая очень интересная в этих локациях.
сундук есть. Тут входа никакой не вижу. Тоже какой-то бой будет. А вот, наверное, и сам вход. Вот он. Какие-то зеркала. Тоже какой-то босс, босс файт, зон, 100%. Но все равно в ту сторону, потому что на корабль получить, а его такой получить оттуда можно. Там еще остров, ну это не остров, там здание, твое все, конец, лошади. Там еще здание далеко есть какое-то. Ну знаете, вот с карты смотреть, очень странное выделение. А, да. Потому что... А не, хотя все логично. Все логично. Да, все-таки, наверное, вот эта фигня сверху, она мне FPS съела. Я хочу просто такое вставить, прикольно же. Вулканические острова. Надо найти трек этот, который в этих островах играет. Что прикольно. Есть волки. Здесь некоторые входят по... Окей, то есть это реально головоломка, которую можно сейчас сделать, наверное. Только я не совсем сейчас вещаю, где можешь получить, а начинаешь, ну, начальный луч. Как я правильно понимаю, то надо куда-то их из какой-то А точки в Б перенести. И вот что надо сделать, надо найти. Так. Отсюда он отразится сюда, оттуда он отразится туда, потом оттуда отразится куда туда, вот это зеркало вот там. Так, ладно, перед тем как это начнем делать, я найти, где начинается этот луч, откуда он начинается. Where everything starts. These ruins look old. I wonder who built them and when. What are those towers?
Прям сеть этих огромных просто зеркалов. Я вот реально сейчас пойти найти на черную. Такое чувство, что у меня... Если та веревка, так может... Там где-то есть. Фух, сейчас будет очень большая сложная головоломка, походу. Но все будет достаточно легко, потому что если найти точку А, то я до точки Б достаточно легко дойду. Я больше не верю, что мне надо где-то что-то начать. Может толкать, наверное. You have mirrors here. Nope. Так. You have mirrors there. Интересно. Солнечный свет нужен? Нет. Может там где-то начало? Тут одна большая головоломка, сейчас посмотрим. Где-то чувак говорил. Вот она. У меня FPS падает, когда в меню тут нахожусь, вот так. Сейчас дабл чекнем. Не вижу. Я не хочу его смотреть в интернете нигде. Если у меня квест... То может попозже мы его получим где-то. Надо просто вставить это куда-то, там, например, камень какой-то, или что-то типа того. Или первое зеркало получим где-то, например. Насчет того подобного задания. И только тогда мы можем это сделать, возможно. Начинающую точку, конечно, тут вообще нифига не вижу. Mm.
Ну нет еще какие-то записи где-то. Ну, походу, мне покажется рано. Я себе тоже спойлерить не хочу. Только всегда, если что-то обычно думаю, я тут пару пытался понять, как попасть внутрь. Например, в вот это здание, как я говорил. То есть, как я говорил об этой фигне сюда. Там нужен квест. Но я без понятия. Когда туда можно будет попасть? Какой где-то квест будет, и короче, тогда. Ну, сюда можно приехать. Так что, может, потом узнаем, что тут будет. Ну, что-то это место интересно. Ну, не думаю, что там что-то будет. О, босс. Давай, это рысь. Не. Рип. Ну что надо было толкнуть? Нет, это по-любому как-то эти тут перед. Тира, what? Типа подсказка, что тут надо что-то где-то начать? Как-то солнышко светит. Не знаю, что я сейчас сделал. Смотри, солнечный свет падает. Ну, короче, не знаю, все, я сдаюсь. Потом уж узнаю. Может даже не ел, а может ночь что-то надо сделать. Сейчас будет ночь, увидим. Ничего не изменилось. Ну, увидим. Поживем, увидим, так как говорится. Че, певку едем или куда?
Давайте в пявку. Тут проплыть? Нет. Если только вот так. Надо быстрее будет просто развернуться тут. Или нет? А пофиг уже. Да, было бы быстрее. I'm fucking forehead. Oh well, oh shit. Интересно, что тут будет. Тоже может быть какой-то мифический этот будет. Но это очень интересное место. Тут 20 минут просидел. Уже викли это ресет. Позашел. О, сайт квест. Давайте тут да, бегать вокруг острова. Или давайте закончим на этом. Просто начну новую серию. Thanks for watching. Тут ничего особенного не произошло у нас, но вы нашли очень интересное место. Я просто не хочу вот как-то так делить серии, чтобы было типа по зонам, территориям. Ну ладно. Всем пока.